Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лиля Читрару, которая недавно сообщила о своей беременности, благодарит зрителей за поддержку. «Я думала, что совсем заклюют», – пишет девушка. «Однако СМС с теплыми словами поступило так много, что я и не ожидала даже». Маша Кахно, которая возвращает себе свой натуральный вид, уменьшает скулы и губы, показала, какой была раньше, до изменений. Она опять хочет выглядеть так же. Три девушки на поляне – Лилия, Мария и Юля Ефременкова – подружились. На проект хочет прийти мама новенького участника Петра Рыбалка. Петра не слышно и не видно, и мама решила прийти на помощь. Как когда-то мама Майи Донцовой пришла на проект и сделала дочери эфиры. Андрей Чуев решил удивить Марину Африкантову, он снял номер для молодоженов. «Так что у нас первая брачная ночь, которая не первая», – написал Чуев. «Маринка, у меня счастье». Саша Артемова жалеет, что конкурс «Свадьба на миллион» подходит к концу. 7 января завершается голосование, а 14 февраля уже объявят результаты. Костя Иванов опубликовал фотографию дорогих часов Ольги Бузовой за 11 миллионов рублей, которые ей подарил таинственный поклонник на день рождения. Часы за 36 тысяч рублей и часики за 11 миллионов. Бузова немного оторвалась от реальности. Всем желаю таких подарков и покупок. Один раз живем. В сети ходят слухи о том, что в ближайшее время на телепроекте «Дом-2» будут собраны все рейтинговые старички. В числе вернувшихся якобы будет и знаменитая пара Сергея и Даши Пынцарей. Ольга Ветер поставила в паспорте печать о расторжении брака с Глебом Жемчуговым. Ведущие «Дома-2» Ольга Бузова и Ксения Бородина снялись в программе «Где логика» на ТНТ. Эфир передачи можно будет посмотреть 2 апреля. А фанаты Бузовой создали петицию о присвоении ей звания народной артистки Российской Федерации. Поклонники Бузовой надеются, что в будущих новогодних эфирах взамен Аллы Пугачевой будет выступать именно Бузова. Вика Романец создает свой канал на YouTube. Она собирается снимать для поклонников интересные видео о своей жизни. Вы увидите все об уходе за лицом, телом, волосами. Я открою бокс для вас с моими туфельками, духами, бриллиантиками. Прошу любить и жаловать. Татьяна Владимировна Африкантова в видеотрансляции рассказала о подготовке к предстоящему суду с Ириной Агибаловой. «Дом-2» помог Африкантовой, дал ей адвоката. Женю Кузина она не хочет привлекать в свидетели, потому что его тогда потом к ребенку не пустят. Женщина также не хочет обращаться за помощью к Лёше Самсонову, потому что у него вот-вот родит жена. Хотя он мог бы рассказать много интересного о поведении Агибаловой на проекте. Настя Лисова открыла свою студию косметологии. «Я уверена, что ухаживать за собой нужно с самого юного возраста. Глупо ждать 35 лет. Я безумно рада, что мне Богом предоставилась возможность делать вас краше и, следовательно, счастливее». Рита Керн в феврале собирается в Грозный по рабочим делам. «Девочки, меня пригласили в Грозный и очень хочу туда полететь. Оденусь я очень скромно». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.